Привет, Родрику. Это игра контор. Погнали, Родрику. С вас играть комментарий. Секрет сцены. Так же. Джин. Картина. Но. Попику тянись. Канула одной так. Помещение. Помещение. Все пилоты. Погнали к отдыху. Пусть купят на Поехали. Все пилоты. Поехали. Я упал. Ничего. Трансформаторы должны заработать. Она знает. При вас сотрудники чувствуют себя в безопасности. Чем вы здесь занимаетесь, Ариш? Руководитель безопасности сектора обслуживания. Я делаю все, чтобы здешнее дерьмо не беспокоило обслуживающий персонал. Обо всем я узнал от Сальвадора, лучшего агента по безопасности, которого когда-либо видело бюро. И вам нравится работа? Обожаю. Знаете, все считают сектор обслуживания самой нижней ступенью, потому что мы чиним трубы, а не занимаемся писаниной. Но если честно, это самые смелые люди в здании. Я горд работать с ними. Мне доводилось работать с такими людьми. Они говорят то, что думают. Мне это нравится. Что представляет из себя энергоустановка? Я знаю лишь то, что сказал мне Сальвадор. Она генерирует электричество для бюро, и у нее есть два простых правила. Первое – поддерживать температуру. Второе – никогда ее не открывать. О, правило три. Это секретная информация. Похоже, что держать все в секрете уже давно здесь в порядке вещей. Да, все это часть работы. Окей. Что вы знаете о табельном оружии? Немного. Эта штука только для директора. Сальвадор говорил мне, что видел, как Тренч его использовал. Похоже, этот пистолет может нанести серьезный урон. Впрочем, однажды я видел его фотографии, и по виду он отличался от вашего. Вы модифицировали его? Он новый? Новый... Это хорошо? Учитывая обстоятельства, можно сказать, что новый – это наш лучший вариант. Вы знакомы с неким Ахти? Конечно.
Он мой любимый товарищ по распитию кофе. Парень помнит сумасшедшие истории. Он знает больше, чем кто-либо еще здесь. Если, конечно, вы сможете его понять. Вам известно, откуда он? Полагаю, из Швеции. Оттуда, откуда есть. Некоторые камни лучше не переворачивать, знаете? Мне надо бежать. Что берегите думать, Верна? Себя. Вам нужно снять изоляцию. Образование энергии ниже приемлемого уровня. Внутреннее давление растет так быстро, что я удивляюсь, как на это задержится. Когда рванем? Не унывать! На борту директор.
решу. Почему не делаете изменения? Не поверите, все это надо.
Так. Я лечу тех, как Карина, на них помните, поле, но тут нет. Поле тут в файле. Так вот так. О. Сейф, потом сейчас моя примерная Thank you.
Ну, мне это прочитать? Добро пожаловать на курс подготовки рейнджеров. Курс следует завершить за указанное количество времени. Когда будете готовы, нажмите кнопку. Это все или... Мне всегда нравились полосы препятствий. Должна починить его раньше, чем установка пойдет в разнос. Thank you.
починить насосы и восстановить подачу воды.
Просто потерпите еще немного. Нужно починить все как можно скорее. Если установка сделает бум, тут все бросимся как какие.
деле, кто может сказать, кипит вообще, что уже он об этом. Он видает себя так, будто что тебе может его понять, может удивить, как парень считает, что и мы можем понять его. Думаю, что вот так, такой, который стал безумия. И на ней подумали, что где-то ходит за мной, где будет штука. Что делать? Мой старый враг Засор забил трубы. Нужно вычистить это дерьмо. Он очень умный. Хочет связаться. Мы поймали его. Теперь надо его избавить. За мерзкая дрянь. Самое отвратное, что я когда-либо видела. Thank you.
нравится мне этот звук. Теперь мы не взорвемся. Пора снять изоляцию.
Я все понять, говорю, и пока.